Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка связи. С вами Григорьев на канале Художники. Здравствуйте, друзья. Сейчас я быстренько поднастроюсь, так чтобы понимать, что меня слышно и все в порядке. Ну вот, я слышу сам себя, проверил. Должно у вас тоже быть хорошо все. Насколько хорошо, вы можете написать мне в чате. Здесь на канале YouTube работает чат, вы можете задавать вопросы. У нас сегодня продолжение темы абстракция, интуитивная живопись. Ну и сразу хочу предупредить, что мало кто понимает в живописи, в абстракции. И, в общем-то, не многих людей интересует эта живопись. Но должен вам сказать, что в европейских странах на сегодняшний день это самая актуальная, интересная тема, хорошо продаваемая. Поэтому я не буду отклоняться от сказанного, и то, что я уже обещал вам, мы будем делать где-то на протяжении, наверное, 5, может быть, больше уроков именно живопись по абстракции. Я взял толстенький холст, вот здесь вот край холста около 4 сантиметров, наверное, толщина, и размер холста 50 на 50. В общем-то, то, что я хочу сделать из моих абстракций, то есть написать несколько картин именно вот в такой теме. И мало того, что показать вам, ну еще попробовать эти картины пустить на аукцион и посмотреть, что у меня получится с этим. Зная из своего опыта и уже пробовал неоднократно продавать палитры, те палитры, которые остаются после работ. И просто-напросто интуитивно делая какой-то рисунок на палитре, уже неоднократно эта палитра продавалась. Поэтому, может быть, кого-то из новичка в живописи вообще заинтересует эта тема, и она будет, может быть, для кого-то даже очень актуальной, интересной. Давайте попробуем что-то такое цветочное. Сегодня я не поставил вторую камеру, не установил для того, что в принципе она не нужна, камера на палитру. Мы будем пользоваться, как и вы, если вы будете повторять что-то типа того, что я сегодня напишу. Без разницы, какие вы возьмете для этих целей краску. Я буду писать маслом, вы можете пользоваться любой абсолютно, может быть, акриловой краской, может быть, также масляной. Ну и без разницы, какой цвет вам понравится, такой и берите. Нет такой необходимости, нет такой задачи, чтобы пользоваться именно, написать именно тот или иной. Может быть, в интерьер вам подойдет больше, какой-то свой оттенок. Поэтому палитра сегодня не нужна, и камера на палитру сегодня также не нужна. Холст. А вот эти холсты, которые я беру, они хорошо впитывают в себя масло, поэтому я их все время чуточку смачиваю, так чтобы краска хорошо растягивалась по ним, так чтобы можно было по этой краске повозиться. Упс, я не взял, кстати, мусорку сейчас. Не заметил, друзья, что нет у меня мешочка. Здравствуйте, Людмила. Да, скорее всего, что не, может быть, не для всех удобное время, а сегодня вот как раз-таки дневное время, когда можно, в принципе, посмотреть
посмотреть вебинар. Ну и сразу хочу сказать для тех, кто, может быть, не знает, не слышал. А я вижу, что есть присутствующие сегодня на моем выступлении. Ставьте мне оценки в чате от 1 до 5, как меня видно, слышно, хорошо ли слышно. Пишите, откуда вы смотрите. Мне тоже интересно в это время особенно. Все возможно, что может быть вторая половина России, Дальний Восток, может быть, где-то удобнее в это время выходить. Ну и для тех, кто еще не знает, вот здесь стоит розыгрыш, и вот эта картина 40 на 60, там формат, она еще не дописана, будет дописана. Сейчас она стоит, сохнет. Прошлый эфир я показывал ее. В принципе, то же самое все, что на фотографии вы видите. И эта картина, она разыгрывается и достанется участнику розыгрыша. И те люди, которые делают, помогают нашему проекту. А в данный момент один лот, один шарик стоит 250 рублей. И будет разыграно, вот как только полосочка набежит полностью, мы разыграем, есть такой барабан, крутим барабан, и по номерам каждый участник получает номер своего лота. Можно увеличивать свои шансы, взять 2, 3, 4 лота, например. И как только наберется полосочка, мы разыграем вот эту картину 40 на 60. Она будет доставлена в любую точку мира. И каждый из вас за небольшую сумму, 250 рублей, может выиграть эту работу. Ну что, можно продолжать. Битва насекомых пришел к нам. Ух, Кузбасс. Новичок. Скорее всего, новичок. Я пока не встречал. Так, ну и что, попишем какой-нибудь цветочек. Вот сейчас я чуточку дал время, чтобы холстик немножко пропитался. Напитался. Вот. Можно, в принципе, уже начинать. Для сегодняшней работы понадобится, кто-то будет, может быть, мастихином, может быть, кисточкой. Тут вот тоже по желанию, как вам больше нравится, как вам удобно. Ну и вот почему абстракция, почему интуитивная живопись? И почему она все-таки актуальна в Европе? Куда ни зайди, к доктору, к адвокату, где-то в каких-то других заведениях, помещениях. Везде. В основном я наблюдаю на стенках интуитивную живопись. А все потому, что в принципе даже в наши квартиры не всегда подходит работа, которую вы видите, может быть, на задней стенке у меня, вот такая живопись, пейзажная живопись. Она, в общем-то, конечно, может и не вписываться в современные интерьеры, поэтому современная мебель сегодня не требует какой-то пейзажной живописи на стенках. Именно вот то, что мы сегодня попишем вместе с вами. Ну и в общем, конечно же, если разобраться так уже совсем в тонкостях, то может быть еще у кого-то висят на стенках ковры. И там вы тоже также не наблюдаете особо каких-то пейзажных рисунков. Есть какие-то закорючки, корячки, цветочки, какие-то, может быть, дракончики. Ну, все что угодно. Люди, тем не менее, любят на белой стене, возможно, какой-то ковер повесить, и он также будет украшать, в принципе, также украшает комнату. Но вот здесь, в Европе, давным-давно это не делают. Ковры
не вешают на стенки. И в большинстве случаев заменяют ковры вот такие картины. Здравствуйте, видно, что уже подходит. Добрый день, Елена. Наталья Арт, добрый день. Видно, слышно хорошо. Донецк у нас. Людмила Афанасьевна, Волжский, Волгоградская область. Жукова из Киева. Смотрите, у нас весь мир собирается. Ну вот, пишет Елена, посмотрю хотя бы начало эфира, скоро убегаю, по делам все прекрасно видно и слышно, до конца буду смотреть вечером. Да, здесь без разницы, когда вы можете посмотреть этот эфир, и поэтому здесь у нас на канале на нашем ничего мы не закрываем, и можете приходить в любое время. Ну, давайте я возьму вот. Очень редко я пользуюсь зеленым цветом, чистым из тюбика. Здесь вот на палитру я надавил всего-всего разного. Зеленый можно заменить синим, желтым, например, смешав, получите также зеленый оттенок. Я просто выдавил из тюбика, которым редко пользуюсь. Вы можете взять абсолютно любой зеленый. Так как мы сегодня будем цветы писать, поэтому я хочу сделать подложку именно такую зеленоватую, напоминающие, может быть, что-то там, листочки какие-то. А, естественно, прописывать ничего не буду. Ну и центр, весь центр композиции, как вот и в прошлом раз мы писали, выбираем точку. Обычно это по правилам золотого сечения, где будет расположена какая-то вот, может быть так. А может быть по-вашему, по-другому как-то, откуда мы будем исходить полностью всей работой. И вот я затемняю, возможно здесь взять как, например, черный смешав с зеленым. А можно, я бы сейчас не посмотрел, зеленый у меня оказывается прозрачный, поэтому толстослойно писать не придется. Сейчас я чуть-чуть синенького сюда вмешаю. Можно взять синенький, черненький, как вам нравится. Ну вот сделаю такую некую темную середину, где будут находиться, возможно, какие-то цветочки прописаны, розочки. Кому как понравится, возможно, это будут ромашки. Все, что вы захотите. Вот. Интуитивная живопись, она не требует никаких вопросов не может быть. Все, что вы захотите, все можете прописывать. Вот. И как мастихином, так, в общем, конечно, я могу пользоваться и кистью. И вот сейчас я взял обыкновенный флеец, он уже подстерся у меня. Сотни раз побывала эта кисточка уже в картинах. А так как мы пишем очень часто, поэтому вы сами знаете, особенно когда мы работаем на мастер-классах, обычно такая вот кисть у меня уходит, примерно я пишу двумя такими кистями, покупаю на месяц, и мне хватает. Но так как я еще работаю с учениками, поэтому, конечно, мы пишем довольно-таки часто. Ну вот, остальную часть работы, наверное, я возьму вот такой желтенький. Любой желтый вы можете взять для этих целей, закрасить. И вот сейчас, так, чтобы он сразу не схватывался, немножко маслица, так, чтобы красочка была тоже чуточку-чуточку была жиденькой. И сделаем сейчас подложку, на которой можно будет написать что-то такое, типа цветочков. Самое, что интересное, конечно, в этих работах, это то, что любой начинающий, пробующий себя человек в живописи, может взять краску,
какую-то строительную кисть, какую-то картонку и, в принципе, написать то, что вот сегодня мы с вами делаем, написать себе такую работу, и, возможно, друзья, она будет неплохо смотреться у вас где-то, может быть, на стенке. Попробую я. Прошлая работа, вот там на заднем плане, в камере снизу видно, что мы писали на прошлом вебинаре, ну, точнее, на вебинаре с этой же темой, с абстракцией. Ну и вот сегодня, опять же таки, пробуем написать что-то другое. Сейчас я возьму, закрашу все белые детальки. Ну и поработать можно с красочкой, так чтобы подложка примерно соответствовала тому, что мы будем писать. И вот здесь вот, взяв вот сейчас мастихин, чуть побольше краски положу. И сделаю вот точку опоры вот отсюда. И вот отсюда разведем, в принципе, все. Сделаем вот такие разводики, именно исходя вот из этой точки. Разнести нужно краску в разные стороны, так чтобы краска не лежала просто и не была просто замазана, как на заборе, а что-то делалось, происходило на картине. И вот в данный момент, если мы пишем, и точнее пытаемся что-то такое изобразить в стиле цветочного, то нужно обязательно сделать намек вот на этой подложке, намек на то, что там сзади все-таки находится, на заднем фоне, или точнее на фоне подложки, есть, возможно, какие-то листочки, цветы. Мы показываем спереди, а вот именно задний фон нужно, конечно же, подготовить для сделать таким более интересным. Не просто мазня вот такая, а что-то напоминающее должно быть также. Ну и вот опять из бамболи, хлопчатобумажный холст, он почему-то начал сейчас вылезать. Вот Людмила пишет, половина третьего дня у нас... В Германии сейчас половина первого. Ну, хотелось бы слышать от вас, пробовали вы, стоит ли продолжать такую живопись. Я сейчас уже написал, вот сейчас мы пишем вторую работу, делаем. Ну, будет их сделано, в общем, у меня 5. Так как я хочу, во-первых, я хочу для самого себя попробовать поставить эти работы на аукционы. Ну и возможно, если вам вообще в принципе будет интересна тема абстракции, то, конечно, можно будет ее продолжать. Опять же таки, я ее буду продолжать в том случае, если она будет имеет спрос. Если же вам не нравятся такие выступления и вы хотите видеть только пейзажную живопись, то, конечно, я тогда не буду мучить никого. Мастихин вот так плоско, как будто утюг. Как будто утюжком приглаживаю красочку.
Ну и вот пока, видите, ничего не происходит. На холсте есть темный фон, практически черный. И есть вот эти вот разводы, исходящие из центра композиции. А, как я уже сказал, возможно, что вы сделаете это по-своему. Возможно, что центр будет где-то в другом месте находиться. И вот таким навязчивым образом, вот так навязывая краску, смешивается она тут же желтая с зеленой. И происходит вот такой некий намек на то, что там вот этот сам фон имеет некие такие зеленые и желтые свойственно растительности цвет. Хотя по желанию, конечно, можно любой цвет задать в эту работу, как синий, как фиолетовый, так и в общем, конечно, на этом особо не отвлекаться на этом и делать такие работы можно абсолютно любыми красками. Не особо мне нравится хлопчатобумажная. Обычно я пишу на льняных холстах, а вот в этот раз я взял 5 таких холстов хлопчатобумажных. Мне придется их израсходовать. Больше, конечно, мне нравится льняной холстик. Ну и вот смотрите, есть уже какой-то такой рисунок появляется на полотне. И, естественно, если я сейчас начну, допустим, проводить линии, не соответствующие вот этой композиции, например, где-то поперек, поперечнее, то возможно, что абстракция не будет соответствовать и смотреться. По краскам, естественно, такие работы могут писаться толстослойно. Здесь вот нет такой задачи, чтобы избежать именно пастозности. И на самом деле такие работы смотрятся очень пастозно, хорошо. Если лежит пастозная краска, то не убирайте ее, возможно, то она будет красиво смотреться. Единственное, что от пастозности здесь нужно избавиться именно в центре, так как здесь будут находиться цветы, и их нужно будет еще как-то пописать, что-то сделать подобие на цветы. Так, в чате у нас ничего пока не происходит. Это хорошо. Люди внимательно, значит, слушают. Что хочется сделать здесь еще? Ну вот можно взять теперь какие-либо, может быть, белильца. Я взял именно титановое белило, не цинковое, а титановое. И вот по белильцам сейчас я накидаю пока не так, чтобы это было в шахматных порядках, а именно вот как в прошлый раз мы с вами пробовали писать. И, возможно, я пока не знаю, что у нас получится на фоне, какой фон из цветов или что у нас будет за цветы. Попробую сейчас просто интуитивно, чисто вот от себя. Задавать какой-то вот такой интересный фон. Так, слышу, какое-то поступление идет. Пока не вижу, но слышу. Ну и все, кто будет участвовать в розыгрыше, это обязательно писать
фамилию и имя, так чтобы не было повторов. Вот вижу, что у нас есть участник розыгрыша. 5 евро, спасибо. Данки, или как, я не знаю, кто у нас это. Сейчас я исхожу из того, что вот нет никакого рисунка, есть просто какой-то вот такой некий намек. Ну и будет красиво здесь фиолетовые цветочки, может быть красные цветы, может быть какие-то малиновые цветы. Но я тоже пока не знаю. Вот возьму один из, что тут есть у меня, магента какой-то красненький такой вот. Опять же таки без разницы, возьмите на любой вкус, от красного до фиолетового. Может быть, у вас будут только белые цветы. И здесь вот на одну сторону мастихина я взял белый цвет, на другую сторону вот так вы видите красный зацепил, точнее вот этот цветик. И давайте что-то, может быть, вот здесь в центре. Сейчас я поукладываю сначала и потом посмотрим, как мне лучше сделать размес такой. Вот, может быть, будет что-то такое. Одна, вторая сторона. И вот напоминающая сейчас. Пока ничего не напоминающая. Ну, вот как-то нужно раздавить, возможно. Такие рисунки пишутся очень быстро. А не нужно здесь ничего такого продумывать сильного. И как вы видите, как вам понравится и как получится. Вот тут на самом деле не нужно зацикливаться на этом. Нужно пробовать и смотрите, на что это похоже. Наверное, на гладиолус. Вот такой длинный цветок. Гладиолусы любят такие растянутые длинные палочки у них. И вот так вот, наверное, я его и сделаю гладиолусом скорее. Смотрите, как это просто все. И очень ярко, сочно получается, потому что краска, она не, мы ее не впитываем. Сейчас так кладем, именно выкладываем пастозно на холст. И получается вот такие. Да, возможно, что здесь беленький был ненужный. Сейчас я избавлюсь, наверное, от него. Точнее, его перемешаю. Ну вот тут уже приходит в голову что-то такое, что можно, конечно, повыравнивать, по-своему сделать. И вот я даже на самом деле, не ожидая того, что получится, не продумывая, а получился вот такой намек на гладиолус, да. Действительно. Хотя можно было оставить, немножко раздвинуть и сделать намек на розочки. Что тоже было бы свойственно и интересно. Также у гладиолусов есть продолжение вот этой ножки. Читаю, говорит, так, где-то я пропустил тут что-то.
Так, здравствуйте, Екатерина присоединилась. Людмила пишет, что такая живопись нравится очень многим людям и имеет большой спрос. Красивое сочетание, пишет Екатерина. На самом деле, друзья, такая живопись, она имеет место быть, и она в Европе очень, очень такая, на самом деле, возможно, что она также будет скоро входить и в нашу, в российскую живопись. Ну вот здесь, в Европе, давным-давно пишут уже эти картины. Я, на самом деле, когда я сюда приехал, я не особо понимал эту живопись. Но сейчас я все больше ее начинаю разбирать, и она мне тоже нравится. Поэтому такая живопись, конечно же, имеет место быть. И особенно новичку интересно будет попробовать, наверное, себя, если есть только вот такие первые шаги в живописи, и пока вы особо не знакомы с теорией написания, например, каких-то серьезных работ, а именно вот для начала может быть абсолютно достойна именно вот такая живопись. Ну, она действительно, она очень интересная, и во многих случаях даже многие знаменитые художники рисуют только такие картины делают, и как вы сами видите, что так, вот где-то еще хочется, может быть какой-то, тут какой-то, может быть, еще цветок. Чуть-чуть ее раздвинуть на... сюда вниз. И завалить немножко вот этот край, так чтобы он не оставался у нас пустым. Что еще красиво для вот таких вещей? Если взять... сейчас я возьму, наверное, другую палитру, и вот здесь на другой палитре помешаю. Жиденько-жиденько надо сделать. И, наверное, я сделаю, попробую два цвета. Один из вот этих цветов, жиденький. Сейчас я уберу эту палитру. Ну и понадобится подсолнечное масло. Я делаю на подсолнечном масле все это. Все свои работы. И кто меня знает, я не пользуюсь никакими разбавителями, растворителями. Да, вот тут Екатерина пишет, что возможно, что на желтый даже хорошо. И другие еще расцветки. То, что я сказал в самом начале, здесь можно абсолютно разные взять. И как светлые, красные, как какие-то сиреневые, как, может быть, какие-то любые абсолютно расцветки. Поэтому здесь с этим париться не нужно. Какие краски у вас есть, то, что вам пришло в голову, то, собственно, можно и брать. И вот сейчас я возьму кисть жесткую. Мне надо будет я взял, есть такая убитая немножко, жесткая, жесткая, прижесткая кисть.
макаю я вот так много премного набирая краски. Сейчас я попробую сначала, не знаю, может быть сразу не стоит это делать, повторять. Сейчас мы сделаем некие такие точечки разного размера и диаметра. И потом, возможно, что нужно побрызгать будет. Ну и вот сейчас на камере, конечно, может быть, это так сильно не передается. Вот это разбрызгивание. И сейчас я еще возьму, помимо этого цвета, возьму еще белый. Белый будет получше смотреться. Ну, чтобы, наверное, еще нужно мне добавить чуточку масла. В завершение вот сюда на палитру я выливаю масло обыкновенное, подсолнечное, с магазина. Есть также у нас продается подсолнечное в художественных магазинах, высветленное уже. Ну, я беру свое, и оно стоит. Оно имеет такой некий слабый, такой некий зеленоватый оттенок, но все-таки оно стоит на подоконнике все время и высветляется. И вот то масло, которое стоит уже долго, оно, естественно, светлое становится, такое вот как художественное уже. Я возьму еще дополнительную кисть, потому что одна кисточка у меня уже испачкана. И вот я сделаю такой белый замес. Белый жидкий замес. Сейчас мы помешаем также среди. Нужны как большие точечки, так может быть и, возможно, мелкие. Ну и также нужно будет сделать брызги жиденькими белилами. Вот так вот. Возможно, вот такие вот получаются интересные разводики, что тоже может быть. И вот они приземляются разными такими лепешками интересными. Очень аккуратно будьте, если вы дома будете разбрызгивать, чтобы не летела никуда краска ни на стенки, ни в коем случае не попала. Потому что можно так легко, думая только о картине, и потом краска может полететь. И вы увидите, что это было сделано в порыве, когда вы находились в работе и не заметили того, что краска летела по всем сторонам. Ну вот, смотрите, в принципе, работа готова. Легкая, интересная. Попробуйте, может быть, кому-то из вас тоже понравится такой вариант мастер-классов. Опять же таки, должен повториться, что, в принципе, я хочу сделать еще несколько таких выступлений. И вот сейчас я придвину немножко, чтобы было понятно, что здесь происходит на самом холсте. Так, вот, наверное, поближе. Смотрите, какая интересная получилась или получается
Ох, Дмитрий, Дмитрий, спасибо огромное, Дмитрий. Я сейчас уберу вот эту вот фотографию, чтобы она не мешалась. Так, где-то текст убрать. Ну вот, смотрите, что получилось. Если близко, ближе, к сожалению, почему-то не получается. Нет, получается вот так. Вот такая, с одной стороны, это абстракция, вроде бы такая некая мазня, но с другой стороны, она очень, уверяю вас, очень интересная и смотрится, на самом деле, может очень красиво смотреться на стенках. И если у вас есть где-то, может быть, в кафетерии вот такие работы, метр на метр, может быть, два на два, большие, огромные, очень легко делаются, очень хорошо продаются и очень популярны на сегодняшний день. Поэтому хочется, конечно, продолжать именно эту тему. И напишите мне, друзья, под видео пишите, хотелось бы вам еще посмотреть. Во всяком случае, три работы вы еще точно увидите по теме абстракции. А две работы, которые уже написаны, вот там слева на заднем плане вы видите первую, и вот сегодня мы сделали такую в стиле абстракции вторую работу. Конечно же, можно еще что-то для перевеса сюда каких-то очень мелких добавить. Ну, я больше ничего не буду делать. Здесь на таких работах совершенно спокойно можно ставить крупную подпись, не мельчить, а именно такую крупную, и она будет очень красиво также дополнять эту работу. Но чтобы она была, например, если мы здесь вот на этом месте сделаем крупную подпись и вот таким цветом, нужно выждать, как только работа высохнет, потом взять жиденькую чистую краску из тюбика и аккуратненько, может быть, облокотив руку, написать красиво свою подпись. Что ж, друзья, с вами был Григорьев. Спасибо Дмитрию. У Дмитрия уже 4 лота. А, 4 прошлых и 4 сегодняшних. 8, целых 8 шариков получается. Ждем покрытия полностью вот этой желтенькой дорожки слева в нижнем углу. Как только она будет заполнена, мы разыграем картину, которая заявлена уже и разыгрывается в прямом эфире. Ну, а я постараюсь на этой неделе еще раз выйти с темой абстракции. Не знаю пока в какой день, но в принципе на нашем канале вы можете смотреть в любое время. Приходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. И очень часто мы выступаем, показываем разные выступления в разных стилях: пейзажную живопись, портретную, пастельную тему. Мы очень хорошо продвигаем, у нас две девушки рисуют пастелью. Так что оставайтесь с нами классно, друзья. Спасибо, всем желаю доброго дня, крепкого здоровья и до новых встреч. С вами был Григорьев на канале Художники. Пока-пока.